В настоящее время каждый имеет свое право. Всем привет! Всех с наступившим Новым годом 2022. Сегодня 2 января. И мы решили сегодня побывать на рыбалке. Вот погода сегодня такая вот. Видите, снег, ветер. Но температура минус 6 градусов, поэтому надеюсь, что не замерзнем в палатке. Спящий заснеженный город. Красота. Все, мы почистили выезд, выгнали технику. Интересно. Сколько сегодня будет народу, а? Как думаешь, много сегодня будет народу? Много будет, наверное, а может и не очень. Да. Думаешь, видно что-то будет? Конечно. Да? Нет, главное, чтобы в палатке было видно. Ну что, мы прибыли на вторую косу. Кое-как, помогая друг другу, установили палатки, просверлили дырочки, располагаемся тихонечко. Вот. Так, сейчас будем забрасывать удочки. Всем ни хвоста, ни чешуи. Ну чё, вот сидим, ждем. Юрка в соседней палатке мультики смотрит. Говорит, что поймал уже 2 корюшин. Про размер не знаю. У меня вот такая. Я ее потом порежу на наживку. И одну еще я отпустил. Та еще меньше была. Такие дела. Да. А я вообще-то режиссеров не очень люблю. Снова я. Так, рыбалка идет медленно и неуверенно. Поклевок нет. Рыбы нет. Вот весь улов. Если видите, да? Так. Ну вы поняли, да, что сегодня за рыбалка? Ну что, раз рыба не ловится, мы пьем чай. Да. Чай на рыбалке — это выручалка от всех бед. Замерзли, потели, и в том числе, когда не клюет, лучше всего пить чай.
передачи. С Нелинским шиповничком. С новогодними плюшками. Всем приятного аппетита. Думаю, вы тоже сейчас смотрите это видео и пьете со мной чай. Кофе. Ну или что покрепче. Новым годом. Не клюет. Так. Что у нас? Что сегодня-то? Да, сегодня у нас... Сегодня у нас ничего не ловится. Что, и сишка не было? Не, ну он криминальный. Ну блин, криминального не будем снимать. Ну ладно, пойду к Третьякову. Он там мелочь ловит. Да, да я вот такую как-то выпускал, штук 15. Совсем мелкие, вот такие вот. Да, совершенно верно. Все еще пока не видела. Скучно сегодня, скучно. Да. Ладно, давай, удачи. Тук-тук-тук. Ну-ка раскройте-ка это окошечко, чтобы к вам не заходить. О! Здорово. Да. Всем привет. Привет. Вот такой лопал-то. О. Один маленький. Нифига. Ничего, у тебя еще хорошо. У нас, у меня вообще ничего нету. Вообще. 5 этих гвоздиков лежит и все. Вот ты звонил, они все, больше звонить не буду. Пойду посмотрю, что еще у нас Юра половил. Не-не-не, все, спасибо. Давай. С Новым годом, с новым счастьем. Давай, давай. Закрывайтесь. Сегодня я не угадал с места. Сел между двумя рыбаками. Они хоть что-то ловят. У них хоть что-то есть. У них криминал, но есть. У меня вообще одни гвозди. Вообще. Не знаю, на что вы ловите. У меня ничего не ловится. Ладно. Прикиньте, да. И вот мой улов. Да, вот так вот. Пока ходил, ничего не изменилось. Сейчас, наверное, буду снова пить чай. С Новым годом! Что, время? Первый час. У нас ничего, у нас вот такая фигня. Еще там маленький криминальный сижок. Все. Так, ну вот, закончилась наша рыбалка. Не можно сказать ничем. Да, Юра? Да. Юра, ваш комментарий. Погода шепчет. Сказала, в следующий раз наловите. Теперь осталось выбрать этот раз. Да, а так думаю, вот, снег идет, продолжает идти. А машины стоят. И машины в поле стоят. Закончилось. Это первая новогодняя рыбалка. Немножко отдохнули от стола. Да, и воздухом подышали. И подышали воздухом, а воздуха там завались. Думала. Так что всех с наступившим Новым годом. Увидимся еще. Заходите на канал.